Грандиозным завершением череды ярких событий, пришедших в наш город Международный день защиты детей, стал большой гала-концерт с участием звезд российской эстрады. Зрителями стали более 400 детей, и юные видновчане, и жители соседних районов и городов. Действительно, не каждый день такие известные артисты, как Валерия, Диана Гурцкая, Ольга Кормухина, приезжают поздравить ребят с праздником. Выступление детей, талантливых артистов, перспективных спортсменов Ленинского района открыло праздничный благотворительный концерт. Сегодня великолепный день, много света и солнца, потому что мы отмечаем День защиты детей. Приветствовал гостей Дворца спорта «Видное» руководитель региона Андрей Воробьев. Я хочу пожелать всем, от мала до велика, всем нашим деткам, нашим дорогим и любимым, чтобы всегда вы уверенно шли по жизни вперед, чтобы всегда были здоровы и на лице была улыбка, чтобы всегда были ваши родители, бабушки, дедушки, были близкие вам люди, были друзья. С праздником, всех благ, мы вас очень-очень любим. Сюрпризы ждали не только детей, но и людей много сил и времени, отдающих подрастающему поколению. Андрей Воробьев вручил сертификаты на квартиру 5 жителям города Видное, в том числе и директору Центра детского творчества Нине Бессоновой. Она в течение 25 лет является бессменным руководителем «Импульса». Я переполнена радостью, потому что каждый меня поймет, наверное, кто в ожидании жилья, в ожидании квартиры. И вот какой радости я сегодня наполнена. Поздравления звучали и в адрес семьи, где воспитываются больше 3 детей, а затем на сцену вышли звезды российской эстрады. Валерия, Ольга Кормухина, Диана Гурцкая, Жасмин, группа «Браво». Настоящий звездный десант высадился Видным. Зал тепло принимал артистов, подпевал и рукоплескал. Для видновчанки Оли Варламовой, как и для других ребят с ограниченными возможностями, приглашенных на праздник, этот день стал особенным. Я сегодня знала много нового, много наших российских звезд увидела. Тимура Соловьева, актрису Елену Захареву. Я на самом деле не ожидала, что так получится. Ребенок получил массу заряда, энергии, положительных эмоций. Очень приятно, что сюда приезжают к нам такие известные актеры, певцы, музыканты. Полученных положительных эмоций и Оле, и другим ребятам хватит как минимум на год. Очень счастлива, когда приходят такие праздники к нам в дом. Спасибо. Нам все это очень нравится. Нам приятно, что такие звезды посетили нас. И мы очень рады, что они сегодня исполнили для нас свои песни. Настроение у нас отличное. Мы успели сфотографироваться со многими звездами. И у нас останутся, нас запустили с ними, и у нас останутся фотоснимки на память. Мне очень понравился день, и надеюсь, он мне запомнится. Буря эмоций, так понравилось. Никогда, конечно, их вживую не видела. Видела только все звезды, вот как на ладони они стоят, да, поют. Можно... И прям сердце выскакивает. Прям можно подойти и сфотографироваться с ними. Это просто была моя мечта. Мне это снилось только во сне. Татьяна Акимова, Алексей Ильин, Елена Кошелева. Видное ТВ.